Ежегодные весенние соревнования по художественной гимнастике проводятся в нашем городе более 10 лет. И это открытое первенство, в котором, кроме местных, традиционно показывают свое мастерство спортсменки из других городов. Для юных гимнасток турнир «Весенние ласточки» – возможность повысить профессиональный уровень и показать, чему научились за время обучения. Название, как правило, связано с весной, с первыми цветами, с первыми листочками. Девочки, как ласточки, выходят показывать свое выступление. В открытом первенстве принимают участие девочки с 6 до 15 лет. Первыми на ковер выходят самые маленькие участницы соревнований. У некоторых из них за плечами всего полгода занятий. Под веселые мелодии детских песен они старательно выполняют гимнастические движения. Девочки должны продемонстрировать исполнение элементов, умение делать танцевальные дорожки, работу с предметом и умение двигаться красиво в музыку. Судейская коллегия оценивала выступление участниц в личном и командном зачете. Они отметили высокий уровень подготовки юных гимнасток в разных возрастных категориях. Мы же ездим на соревнования, которые проводятся в области и вне области, и выступаем, и тоже занимаем, бывают призовые места, и дети также сдают на разряды. Соревнования по художественной гимнастике всегда отличаются яркостью, а участницы – грациозностью и гибкостью. Поддержать юных спортсменок пришли родственники и друзья. Небольшая трибуна для зрителей не вместила всех желающих полюбоваться на выступлении гимнасток, и многим пришлось стоять. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.